Привет, YouTube, привет! Вот очередной маленький ролик с моими выкладками. Надо полирнуть фары. Вот у нас машинка, пылесос. Все как бы есть. Вот. Обклеиваем, естественно, это все скотчем, дабы не было прошлифовок. Вот, чтобы случайно не прошлифоваться, обклеил еще бронелентой. Но эта защита как бы иногда не срабатывает. И вот такая мысля, я где-то в интернете видел, ребята пользуются вот чем. Берется какая-то баночка, там пепсикольная, пивная, неважно какая, но металлическая, из жестянки. Берем, нарезаем с нее маленькие кусочки. Вот я уже нарезал. И берем с них, делаем подкладушки. Вот я нарезал кусочков. Ну, это я принцип показываю, желательно везде залезть, везде все это по периметру обклеить. Уже вот этот металл, который лежит на нескольких слоях скотча, опять же укрыт бронелентой, сейчас я его подклею. Ну вот так это выглядит. Я покажу. И уже при работе вот машинкой, как мы видим, даже если мы зайдем за какие-то пределы, то будет шкрябаться вот эта железячка, фольга металлическая, и уже мы не протремся. Опять же, для чего я подкрадываю бронеленту и прочее, ну, как бы для дополнительной защиты. Потому что прошлифовка — это проблема, это косяк. А таким образом, защитив, значит, лакокраску, мы... Ну, даже при всем желании прошлифовать это надо быть, я не знаю, кем. Вот такая вот маленькая придумка. Вот для того, чтобы, когда нет возможности или желания снять фары, а надо их пошлифовать и полировать. Вот такой вот принцип, я думаю, будет наиболее эффективным. И опять же, простым и дешевым, потому что таких банок валяется кругом масса. И таким образом мы защитим лакокраску от повреждения. Все, всем спасибо. Пока-пока, до новых встреч.